Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі програма «Політика.UA» про ситуацію на Близькому Сході і, власне, про ті акценти, які можуть її змінити. Говоримо в нашій студії з народним депутатом України 6-го скликання Євгеном Добряком. Мої вам вітання. Добрий день. І дійсно, Близький Схід знову створив прецедент для того, щоб він став гарячою точкою або центром уваги. Насамперед, це сталося після того, як Ізраїль зробив свою таку резонансну заяву. І підтвердив, принаймні він каже, що є факти, було сказано, що є факти, які підтверджують, що Іран абсолютно не згортав свою ядерну програму і продовжує над нею роботу. Які процеси можуть розпочатися в зв'язку з цією заявою і, власне, що стоїть за цією заявою? Ну, ви розумієте, діло все в тому, що на сьогоднішній день, дійсно, ви правильно сказали, що Ближній Восток є точкою, головною гарячою точкою мировою на сьогоднішній день. Потому что все те проблемы и те конфликтогенные ситуации, которые были, они никуда не исчезли, они остаются. Это группа проблем, которые являют себя первая палестино-израильская проблема, проблема Сирии, проблема Ирана, проблема Йемена. Эти проблемы никуда не ушли, они на сегодняшний день занимают место номер один. И действительно, сенсационная заява, экстренная заява премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху о том, что спецслужбы Израиля достали полностью документированное ядерное досье Ирана, которое они вывезли из Тегерана, то есть была проведена специальная операция, спецоперация спецслужб Израиля, в котором доказывается о том, что Иран не прекращал свою ядерную программу, а занимался, чтобы иметь ядерное оружие дальнейшее. Значит, и то здесь, продолжал это дело. И здесь вот ситуация достаточно серьезная. Почему, почему так произошло, да, почему именно на сегодняшний день вот это заявление Израиля было? Есть несколько версий, вплоть до конспирологических версий. Первая версия, что действительно Иран никуда не останавливался в своей ядерной программе. Почему? Потому что он не остановил свою ракетную программу. А ракетная программа всегда подразумевает того, чтобы должны были быть боевые ядерные боеголовки. Да? Эту программу никто не останавливал. Следующий вопрос, вторая версия, которая на сегодняшний день играет, что Израиль непосредственно эти данные придал гласности буквально до 14 мая, когда в Иерусалиме должно быть открытие посольства Америки, перенесенное из Тель-Авива, да, которое дает очень резонансную реакцию всего мусульманского, арабского мира и также неподдержку европейских структур и так далее. То есть здесь есть вопросы в этом отношении, почему именно сейчас. Тобто терміни не випадкові? Ну, я считаю тоже, да, что почему-то именно на сегодняшний день, именно в этот момент это все было реализовано. Хотя, с другой стороны, буквально позавчера Марокко разорвало свои дипломатические отношения с Ираном, потому что спецслужбы Марокко выявили достаточно серьезное влияние иранской агентуры через свои ячейки Хизбаллы на дестабилизацию ситуации в Марокко. Да? И тем самым Марокко поддержали многие арабские государства и так далее. То есть вопрос такой противоречивый. Но опять-таки по иранской ядерной программе очень осторожно среагировал Евросоюз. Верховный представитель по вопросам безопасности и международных отношений Федерика Могерини, она заявила, что Европейский Союз детально изучит ту информацию, которую предоставил Израиль. И самое главное, они должны получить экспертное заключение МАГАТЭ, что действительно это так. И тогда Европейский Союз будет принимать свое решение. Ну, дивіться, тут цікава ситуація. Дійсно, ЄС досить обережно коментує ці питання, принаймні вустами Федеріки Могеріні, але разом з тим, це їхня позиція завжди в такій ситуації. Вони висловлюють занепокоєння, а далі вивчають ситуацію. Але більш жорстка заява була від США. Адже США сказали, що вони готові розірвати угоду, яка була підписана з Іраном. Я вам скажу, почему у Америки более жесткая позиция, потому что я думаю, что операция по добытию досье ядерного, это была спецоперация двух спецслужб, в первую очередь это был Моссад, и второе это были спецслужбы Соединенных Штатов Америки. Я думаю, они координировали эти действия, и я думаю, Соединенные Штаты понимают и знают, что это досье добытое реальное, оно соответствует действительности, и просто они получили это непосредственное подтверждение. Так как Евросоюз не участвовал в этих процессах,
то для них, естественно, они не могут сразу сказать, да, мы вам полностью верим, доверяем и так далее, давайте мы посмотрим, что это очень осторожные вещи. Ихняя реакция логична в этой ситуации? Что-что? Ихняя реакция логична в этой ситуации? Конечно, естественно. Они должны получить полную доказательную базу и подтверждение этого, потому что за этим следует либо пересмотр соглашения в Вене за 2015 год по ядерной программе иранской. Это может быть возобновление более жестких санкций, изоляционная политика в отношении Ирана и так далее. Потому что действительно на сегодняшний день в регионе Ближнего Востока, по данным всех и западных экспертов, и арабских и так далее, Иран действительно играет очень дестабилизирующую роль в регионе. Это и Йемен, хуситы, которые поддерживаются Ираном непосредственно, это и военнослужащие советники, которые на стороне Башара Асада в Сирии. Это поддержка Хизбаллы в Ливане, это, опять-таки, мы сегодня видим дестабилизирующие факторы в Марокко, в Египте. То есть на сегодняшний день понятно, что Иран борется за позицию быть лидером региона, однако на сегодняшний день мы понимаем, что лидером является Саудовская Аравия, которая есть в прямых стратегических отношениях с Соединенными Штатами, странами Евросоюза, с Великобританией. И, в принципе, на сегодняшний день это есть реальный лидер региона, реально поддерживаемый Западом. И Саудовская Аравия поддерживает тот же Запад в своих всех телодвижениях. Поэтому, естественно, я думаю, что сейчас будут достаточно большая череда событий, которая будет ужесточать і санкційну політику. Давайте розглянемо інший бік питання. Адже дійсно, якщо сьогодні Іран претендує на позицію лідера в регіоні, то згадаємо, що за Іраном має стояти Російська Федерація, адже в них давні дружні стосунки. І поки що ми не чуємо жодних заяв, взагалі жодних коментарів з боку Російської Федерації. Що це може означати? От така мовчазність саме з російського боку. Ну, діло все в тому, що, да, вони, Іран і Росія, являються союзниками, да, от сегодняшней ситуации, ситуативной, по поводу Сирии, например, да, и это одна сторона медали. А второй вопрос, что как может Россия комментировать, для них это тоже неожиданность, что израильские спецслужбы добыли не просто микрофотокопии документов, да, или еще что-то, они добыли полное досье в папках, реально с файлами, с реальными дисками, то есть практически вес этого досье составляет 500 килограмм. То есть можете себе представить. То есть там все материалы, которые есть. Да, и поэтому я так понимаю, что Российская Федерация на сегодняшний день очень осторожно к этому относится, что понимает, что если еще ее привяжут к ядерной программе Ирана, то тогда она будет еще более углубленные санкции получит вместе с Ираном. То есть России сегодня выгодно просто занять спостережную такую позицию и не втручаться, поскольку действительно... Не просто выгодно, а они вынуждены так себя вести, потому что... Хотя руки России торчат одразу з іранських питань, через те, що практично там є давня дружня ситуація, оружием, і навіть конфлікт в Сирії також, да. Росія і Іран, вони є союзниками. Да, вони вдвоєм, вони там повні, це два союзника в Сирії, це правда, це союзники Асада прямі. Що це означає? От таке, така підривна політика Ірану, і як можуть розвиватися події далі, зважаючи на цю заяву, адже в світі вже неоднозначно поставилися. Ну, Іран... І як, чи не змусить це Іран вести себе агресивніше? Понимаете, Іран агресивно в глобальному аспекті не зможе себе агресивно вести. Естественно, он будет пытаться усиливать свои позиции в тех точках горячих на Ближнем Востоке, которые я перечислил. Это и Йемен, и Ливан, и Сирия, и Ирак. В Ираке тоже огромное их влияние на сегодняшний день есть. Дело все в том, что их заявление, естественно, было, что это фейк, что это было заявление Израиля, это было неправдоподобно и так далее, и так далее. Но мы же прекрасно понимаем, и что Израиль играться такими вещами не будет. Я думаю, что они целенаправленно, долго спланированно планировали эту операцию по выявлению этого досье, потому что, видно, информация была, что остановки ядерной программы не было. Тут я же говорю, потому что они не остановили ракетную программу. И притом программу ракетную на ракеты дальних, то есть баллистические стратегические ракеты, которые просто так делать и вкладывать огромные деньги в развитие этих программ без конечного результата получения ядерной боеголовки не было смысла. Поэтому в данной ситуации, естественно, Иран попал в очень сложную ситуацию. И, естественно, он будет пытаться в регионе дальше дестабилизировать
ситуацию в тех странах, о которых я сказал, но здесь будет зависеть от того, какая будет общая глобальная позиция всех мировых лідерів. Давайте будемо, чи можна сьогодні спрогнозувати таку глобальну позицію всіх країн, зважаючи на цю ситуацію. Як можна буде перевірити або підтвердити це досьє? Я так розумію, що там мають працювати експерти, зокрема експерти МАГАТЕ, для того, щоб якимось чином дати відповіді. Але наскільки я знаю, що всі об'єкти Ірану досі залишалися недоступними для такої перевірки. Чи може бути так, що відкриють нарешті? Я думаю, що сьогодні після экспертного заключения экспертов Европейского Союза и МАГАТЭ, которые изучат это досье, которое было добыто Израилем. Если там будут действительно реально подтвержденные жесткие факты продолжения ядерной программы, естественно, Иран будет вынужден допустить экспертов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Так, если он не допустит, тогда Иран попадает опять в жесткую санкционную политику. Будет пересмотрено соглашение по ядерной иранской программе 2015 года, Венское, и Иран попадает опять в очень-очень жесткую неприятную ситуацию. И здесь уже даже Российская Федерация в виде союзника будет вряд ли иметь какую-то силу в поддержке Ирана. Чи не спровокує це черговий виток такої агресії і дестабілізації в регіоні? В глобальному аспекті ні. Локально в тих точках, о яких я говорив, да, Іран буде намагатися далі дестабілізувати ситуацію, допомагати тим ячейкам, які завжди були зв'язані з Іраном, і буде от така дальніша ситуація. Ми можемо отримати ще одну ядерну державу? Чи вона вже де-факто є, просто де-юре її ніби намагаються приховати? Ну, насколько было известно, что грязная, так называемая грязная ядерная бомба у Ирана была уже, она была сделана, да? Что касается полноценного получения ядерного оружия, я думаю, что вот как раз сегодня вот те телодвижения всех мировых игроков крупных, я думаю, не допустит еще создания еще одного ядерного государства в таком нестабильном регионе, как Ближний Восток. Но у нас уже есть таких две страны, которые претендуют на ядерный статус. Это Иран, который уже есть досье, принаймні на уровне досье подтверждается. Это ее страна, Північна Корея, также они имеют и занимаются этим вопросом. Как вообще развиваться події, зважаючи на эти факты? Ну, Северная Корея владеет уже на сегодняшний день, это понятно, ядерным оружием. Випробування навіть проводять. Да, которое, скорее всего, передала Россия. Российская Федерация, на этом все склоняются, эксперты международные. Дело все в том, что по Корее мы посмотрим развитие событий после встречи Трампа и Ким Чен Ына в демилитаризированной зоне, которая должно быть в ближайшие дни. И посмотрим, как будут развиваться дальше события. Я думаю, по Корее будет немножко другая обстановка и другая геополитическая ситуация. Я думаю, там козырная карта на сегодняшний день находится у Соединенных Штатов и у Китая. И... А они на сегодня уже сблизились, стают союзниками Китай и США? Ну, в данном вопросе, естественно. В данном вопросе и в вопросе Северной Кореи, потому что в вопросах глобальной безопасности здесь ситуативный союз, естественно, существует в данном аспекте. Что касается Ирана, посмотрим, какая будет обстановка с экспертизой досье. Ну і позиція Європейського Союзу і всіх мірових ігроків. Ну ви вже згадали ще один дестабілізуючий фактор. Це фактор відкриття посольства США в Єрусалимі і перенесення його з Тель-Авіву. І це якраз напередодні цього і з'являється оце досьє. Можливо, це і взаємопов'язані ланки одного ж ланцюга, але хотілося б зрозуміти, як це вплине взагалі на ситуацію і як до цього може поставитися арабський світ. Ну, смотрите, арабский и мусульманский мир однозначно отреагировал крайне негативно на основе заявлений лидеров арабских и мусульманских государств, плюс на последнем саммите Лиги арабских государств, который проходил в Саудовской Аравии в Захране, там два вопроса стояло. Первый вопрос это Палестины, второй вопрос это Сирии. Естественно, все одногласно, единогласно, категорически осудили действия Соединенных Штатов по поводу переноса посольства. Это первая сторона медали. Вторая сторона медали – это позиция Европейского Союза, который категорически выступает против переноса дипломатических представительств из Тель-Авива в Иерусалим. Позиция отдельная Великобритании по этому же вопросу. Вопрос очень серьезный. Дело все в том, что на сегодняшний день палестино-израильский вопрос не решен. На сегодняшний день не выполнена главная резолюция 1948 года о создании двух государств, еврейского и арабского.
о том, что в той же резолюции говорилось о том, что две столицы есть. Западный Иерусалим – это столица Израиля, Восточный Иерусалим – столица арабского государства Палестины и так далее. Есть огромное количество международно-правовых документов, есть огромное количество решений Совета Безопасности ООН, есть Ословские соглашения, которые надо выполнять, и надо идти в том ракурсе переговорного процесса, политико-дипломатического, в результате которого этот вопрос будет решен. Перенос посольства – это крайне, это, я считаю, огромная ошибка Трампа, огромная ошибка Соединенных Штатов. На это не решался ни один американский президент. Потому что проблема Иерусалима – это не только проблема политическая, да, региона. Проблема Иерусалима – это философско-сакральная проблема, потому что Иерусалим – это есть очень, это центр трех религий – иудаизма, христианства и ислама. И Иерусалим это считается город мира всего. Тобто, а так вважається, що ніби присвоюють цей центр. Да, і здесь должно быть только политико-дипломатическим путем решено с очень сложным, переговорным процессом. И я считаю, здесь за основу надо брать дорожную карту, которую предложил еще в 2003 году покойный король Саудовской Аравии Абдалла бин Абдель-Азиз Аль-Сауд, который тогда предложил, что все арабские государства признают государство Израиль. Взамен создается полноправное арабское государство, западным Иерусалимом столица Израиля, восточным Иерусалимом столицей Палестины. Вот этот вот вопрос, вот эта дорожная карта, если бы была реализована, тогда действительно этот вопрос был бы решен. Но пока это все очень сложно. Это еще один такой дестабилизационный клубок, где стыкаются интересы и России, и США. Ну, России меньше. Потому что в данной ситуации это не проблема России, хотя Россия являлась, ну и де-факто является еще сегодня членом квартета по урегулированию палестино-израильского конфликта. Это Соединенные Штаты, Евросоюз, Египет и Российская Федерация. Вот. Но во всяком случае там Россия мало может на что влиять в данной ситуации. Здесь основу переговорного процесса должны составлять Соединенные Штаты, Великобритания, Египет, Саудовская Аравия и, естественно, непосредственные участники конфликта. Вот это моя точка зрения. Потому что Россия, на сегодняшний день попавшая в такие неблагоприятные ситуации в регионе Ближнего Востока, я смотрю, полноценно не может играть в политико-дипломатическом поле, при том такого серьезного вопроса, как палестино-израильский конфликт. Тобто вона поки що може лише спостерігати за цим всім. Але давайте ще торкнемося і українського питання, адже створення дійсно там посольства для України – це питання неоднозначне, оскільки Україна також має території сьогодні окуповані і з невизначеним статусом. Якщо говорити, якою позицією має бути Україна, поки що Україна займає нейтральну позицію, тобто зберігає нейтралітет. Я вам хочу сказати, на сьогоднішній день, от якраз в даному вопросі, Україна совершенно веде правильну дипломатичну лінію в отношении цього конфлікту і в отношении переносу посольства. Дійсно, нейтральну позицию, это раз. Второе, ни в коем мере Украина, это не дай бог, чтобы был вопрос о переносе посольства Украины из Тель-Авива в Иерусалим, потому что тогда, получается, мы признаем аннексированную территорию Крыма, тогда мы признаем оккупированные территории, что это все было сделано правильно, Донбасса и так далее. Этого ни в коем случае. Украина должна действовать сугубо в рамках тех международно-правовых документов, международно-правовых решений, которые есть на сегодняшний день по этому вопросу. Ни вправо, ни влево. Потому что здесь Соединенные Штаты могли себе позволить такие решения, да, потому что мощное государство, самое мощное в мире государство, хотя, я же говорю, это единственный президент, который решился на такое решение среди всех президентов, которые были. Зважаючи на ці всі дестабілізуючі фактори, чи можна сказати, що на Близькому Сході формується нова коаліція проти США? Проти і вона організовується, і якимось чином окреслюється, зважаючи на таку позицію Ірану і його амбіції стати лідером в регіоні? Ні, ну, я думаю, що коаліції проти Сполучених Штатів... За участь Российской Федерации невозможно, создать. Это получается тогда Иран и Россия. Больше союзников в регионе Ближнего Востока, прямых Асад или косвенных. Ну, это не союзник, это уже волк, который практически добит. И я думаю, что это только уже дело времени на сегодняшний день.
вот, свержения этого режима. Вот, и, естественно, мы видим, какие серьезные телодвижения со стороны Израиля есть. И та же позиция всех арабских государств, стран залива. Вот, и позиция Соединенных Штатов, Европейского Союза и так далее. Формирование какой-то коалиции против США и против арабского мира, Росії, Ірану невозможно. А до яких розвитку ситуації може призвести знову ізоляція Ірану, який тільки-тільки позбувся цих? Ну, опять та же ситуация, которая была. Это ухудшение экономической ситуации, ухудшение социальной ситуации в Иране и так далее. То есть, я думаю, что если бы Иран пошел по пути действительно свертывания ядерной программы, имплементации в мировое экономическое сообщество после снятия санкций и ведения политико-дипломатического правильного диалога, не вмешиваясь в те конфликтогенные ситуации, которые есть в Йемене и в других государствах, да, то я думаю, было бы совершенно по-другому. Но так как они начали пересечения очень сложные с арабским миром и внутренние их дестабілізаційні всі фактори, які були використані, я думаю, це велика помилка Ірану. Тобто може навіть і той ілюзорний мир зруйнувати, який є на сьогодні, зважаючи, що одразу може з'явитися декілька гарячих точок, дестабілізуючих. Ну, самої гарячої точки в плані того, що це буде якась повномасштабна війна з Іраном, ні. Ну, внутрішні протистояння в країнах можуть з'явитися. Єстественно. Там, де є влияння Ірана, там вони будуть підігрівати цю ситуацію. Ну і це може на роки затягнутися і дестабілізує за усе близький світ. Все буде залежати від сторони, як будуть реагувати арабські країни, Сполучені Штати і так далі. Євген Добряк, народний депутат України 6-го скликання, був гостем нашого ефіру. Дякую вам за візит до нашої студії. Дякую глядачам за увагу до парламентського телеканалу. Зустрінемось.